Bitcoin Cash в терминалы Aecon добавил поставщик аналитической информации Thomson Reuters Corporation. Курс Bitcoin Cash наравне с курсом биткоина и эфириум теперь можно отслеживать в этих терминалах. Система Thomson Reuters Aecon работает с 2010 года. Сегодня плата за пользование терминалами составляет от 300 до 1800 долларов в месяц. Сервисом регулярно пользуется около 300 тысяч человек.